массажер для шеи, спины и плеч, Джинка и Рью, представляет собой новейшую усовершенствованную модель третьего поколения с 16 массажными пальцами, невероятно точно воссоздающий профессиональную живую массажную процедуру. Прибор представляет собой U-образную накидку, выполненную из высококачественного PU-материала, приятного телу, со встроенным кнопочным блоком управления с левой стороны и мощным крутящимся роликовым механизмом с функцией лечебного инфракрасного теплового воздействия. После включения прибор осуществляет круговые вращательные движения в разных направлениях с массажным воздействием разного усилия. Такой эффект достигается благодаря специальной конструкции роликов с разной формой и размером пальчиков, имитирующих максимально точно воздействие пальцев массажиста. Совместно с массажной процедурой можно использовать тепловой инфракрасный прогрев. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку на блоке управления. Также вы можете изменять направление вращения роликов. Устройство имеет и полностью автоматический режим, который активируется сразу после включения прибора. Особенности массажера. Можно использовать на любом участке тела. Точная имитация профессионального массажа. Лечебный, расслабляющий, антицеллюлитный массаж. Инфракрасное тепловое воздействие. Новейшая усовершенствованная конструкция третьего поколения. Возможность использования дома, в офисе, в автомобиле. Автоматическая защита от перегрева. Основные функции. Ускорение восстановления мышц. Устранение боли и напряжения в мышцах. Уменьшение частоты сердечных сокращений. Повышение гибкости тела. Улучшение циркуляции крови и лимфы. Улучшает сон. Способствует расслаблению и устранению стресса. Заказать можно на AliExpress, и стоит он всего от 17 до 28 долларов, цена зависит от комплектации. Ссылку на товар я оставил в описании под видео, кстати, это официальная страница производителя. И не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом, который возвращает до 30% с каждой покупки в интернете. В сервисе уже более 2300 магазинов. Присоединяйся по ссылке в закрепленном комментарии.